Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. И что-то мне вот, когда я такие игры вижу, немного настораживает, конечно, что на большом экране очень режет глаза. Так, нормально, Лёхин, да, нормально, пустой слот. И как бы, уж не париться насчет графики, я думаю, на функционал обычно такие игры очень много на функционал берут. Функционалом, точнее. Хотя настораживает, просто настораживает. Бля, что-то я... Так, ближний бой, блокируем, влетает локатор, работает как радар, ищет такие объекты, как магазин, инвентарь открывается, экран блокировки. Ну, я думаю, разберемся, как всегда. А разберемся. Он даже вот сливается вообще тут. Так, братан, давай-ка. Хач, назначить. Боевое оружие, кинжал. Ладно. Пролога нету, значит, будем... Подожди, тебе нужно что? Вот, 55 урон, 50 или пистолетные пули. А, пистолет и пули. А что у меня, кстати, есть вообще вернуться в игру? А, закрыть. Что у меня в инвентаре? В инвентаре пули есть. Так, здесь что у нас? Да, просто, типа, категории... А, у него кирка в руке. Давай пулю возьмем. Это на член какой-то похоже. Так, мы взяли. Теперь мы так экипировать. Вот. А, у нас либо тот, либо тот. А, ну все. Экипировать. Он просто поменял свет как-то прикольно. Ладно. Ну, пиздец. А, тут можно закрыть, закрыть, закрыть. Ладно, ребят. Так, что нам надо? Елочка. Вон елочка, смотрите. Прикольненько. Так, установить электрозащита. Давай установить, установить. Так, все, мы установили все. Еще так установили, хуйло. Так, сложность бомба. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. А, ну это мы закупаемся просто. Не, не хочу пока ничего. В путь. Вот, понял. Теперь мы нашли, куда бежать хотя бы. Хотя бы нашли, куда бежать. Локация пещера 1. Ага. Так, хоп, хоп. Так, окей. Вот, что это такое? Блядь, что я вообще беру? Так, это у нас что такое вообще? Неизвестно применить. О, можно еще применить. Ладно, еще пиздец, что-то вообще нет, здесь что-то, конечно, насчет функционала. Так, так что, я его убью, нет? По одному ходу, что ли? О, все, мы убили. Нифига себе. Я просто не понял, как стрелять. Что-то я вообще чем бью-то, блять, вообще. Экипировать. А здесь что, экипировать? Что-то хуйня какая-то. Чуть не пойму, блядь, что-то вообще тут творится. Ладно. А, это, ну, быстрый, быстрый набор. А, где у меня тогда получается это? О. А, вот, смена. Вот. Вернуться, может, сюда надо нажать, чтобы вот... Поиск древних торговцев. Что вообще половина не понимаю, что тут творится, конечно. Ладно.
Так, у нас раз, два. О. Мне выйти вообще здесь можно? Пиздец. На квадратик нажимать так неудобно какая-то. А, я еще должен это копать. Ёбаный урод. Так, что нам надо? Выпейте, разбейте о землю или киньте врага, чтобы узнать всех. Так, бро, мы сделали ход. Сейчас экипировать будем. Так. Окей, мы сейчас просто восстанавливаем здоровье. Блять, съебываемся. Этот эффект прикольный. Тикток в убежище. Автоматическое распознавание для лечения. Силы. Я даже получил какой-то этот. Да, у меня убежище осталось. Ничего у меня не осталось. Ладно, ребят, я не знаю, как что смотреть в этой игрушке. Если вам, конечно, понравился, я оставлю ссылку в описании. Но мне что-то режет глаза. С вами был Швили, до новых встреч, пока.